Всем привет на моем канале. Сегодня я хочу приготовить салат, который очень красивый в подаче и очень вкусный, который называется «Ласточкино гнездо». Такие вот ингредиенты нам понадобятся. Для этого салата мне понадобятся сырые шампиньоны, репчатый лук, ветчина, петрушка, плавленый сырок, морковь я предварительно отварил до готовности, яйца куриные перепеленные тоже мы отварили до готовности, майонез, соль, черный перец. Приступаем. Нарезаем грибы. Грибы буду обжаривать на сухой сковородке. После того, как грибы пустят сок и полностью сок испарится, после этого мы будем солить, перчить, добавлять растительное масло и лук. Лук будем нарезать полукольцами. Ветчину также будем нарезать соломкой. Жидкость вся испарилась, теперь добавляем растительное масло. Добавляем также сюда репчатый лук. Теперь солим. Перчим. Все хорошо перемешиваем. И готовим до готовности лука и грибов, чтобы они у нас зарумянились. Морковь также будем нарезать соломкой. Грибы с луком полностью готовы. Они в общей сложности жарились у нас 5 минут на сухой сковородке и 10 минут мы их обжаривали с луком на растительном масле. Грибы выкладываем на бумажное полотенце. Нарезаем яйца. Все ингредиенты готовы. Осталось натереть сыр. Сыр я предварительно положил в морозильную камеру на 30 минут. Половину сыра и ветчины я оставил для украшения салата. Смешиваю все ингредиенты. Салат я заправляю майонезом. Салат нужно выложить на тарелку в виде горки. Делаю углубление сверху в форме гнезда. Сверху салат украшаю ветчиной. А также сверху салат украшаю тертым плавленым сырком. Кстати, плавленый сырок можно заменить на любой твердый сыр, который вы любите. Осталось выложить зелень и перепелиные яйца. Салат готов, остается его попробовать. Очень вкусный и оригинальный салат получился. Я думаю, что этот салат лучше всего украсит ваш праздничный стол. Всем, кому понравился рецепт этого вкуснейшего и праздничного красивого салата, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео, а также подписывайтесь на мою страничку в Instagram и на мои соцсети. Пока!